квадрат. Разрежьте на треугольнике, чтобы каждый граничил ровно с тремя другими. Треугольник? Да. Граничил по отрезку, а не по точке. Дан квадрат. У этой задачи огромное количество решений. Да, давайте проверять. Сейчас, но уже есть треугольник, граничит с четырьмя. Покажи. Покажи. Он левый нижний, он граничит с этим, 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 этим. Выучим свою задачу. Точка не считается только если стороной граничит. Граничит по стороне. Отлично. Так, давайте я попытаюсь вспомнить картинку, такую, что называется, более идейную, которая там была. Так, вот давайте смотреть. И еще прямоугольник. Да? Еще диагональ. Вот здесь вот, если провести. Давайте смотрим. Вот этот граничит с тремя. Да. Этот с тремя. Левый верхний тоже. По-моему, не все с тремя. Да. 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 Ну, и так далее. На самом деле, там можно и гораздо больше треугольников,